Ну чё, ребята, всем привет. Это очередная попытка озвучить ролик без моего голоса, потому что я выключил микрофон и не включил его, когда начал ролик. Вчера я не сообразил перенести этот ролик в другое место. Так что вот, ребята, это попытка номер два. В данной серии мы с вами будем наливать золото, как обычно. Просто, ребята, наслаждайтесь пейзажами, наслаждайтесь тем, что мы делаем с вами. Буду редко говорить, ребят, так что, ребята, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить никакие ролики. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как вам вот такой формат, то бишь, отыграть без микрофона ролик, да, допустим, полчаса, я думаю, даже минут 20, не больше. Чтоб еще потом идут как раз минут 20, как раз и получится около 40 минут, я имею в виду суммарно, у них 40 будет, то есть получится как бы не больше часа, как раз и ролик получится. И как вам такая идея, ребята, напишите как в комментариях. Мне это, конечно, очень будет интересно, а если вам это понравится, то можно будет еще один ролик, еще одну серию так сделать, это, так что пишите это все в комментариях. Как видите, здесь золота очень много, ну, как много, относительно много. Да уж, мы тут траншею с вами выкопали, будь здоров. В принципе, в следующей серии можно будет переехать в другое место. И опять сюда ехать, копать. В принципе, как вариант, можно. Так что пишите это все в комментариях. Потому что здесь золота очень много. Потом можно будет с той стороны копать и такую площадку оставить. Узкую, чтобы ездить по ней можно. А, так что у нас здесь, ребята, кредит очень огромный. Я не знаю, ребята, пишите в комментариях, продолжать эту серию, ну, игру, эту сохранение, или же на сотой серии закончить, или даже на 90-х. Так что пишите это все в комментариях, ребята. Я оценю ваши оценки, потому что вы действительно все круто все оцениваете, молодцы, и смотрите просмотр, а вообще по этой игре я охренел, просто, ребята, охренел. Первые серии они какие-то менее просматриваемые были, потому что там, да, что там интересного, там у нас был, блин, какой-то там ведерышки, какие-то всякая фигня была, а тут, блин, уже такая оборудование, смотрю, просто интересно стало смотреть, как это мы делаем. Так что я думаю, и стримы, которые будут уже скоро, ребята, уже в следующем месяце, как раз на день рождения друга, будут стримы по данной игре. Так что пишите в комментариях. Блин, ребята, я хотел, мечтал купить игру, блин, в Steam, которая должна была выйти, и она, кстати, в этом месяце, который будет в декабре, вы на нее уже видели обзор. Это Аляска Трак Симулятор, блин. Из-за этих дебилов-разработчиков она не выйдет, блин. Из-за этих дебилов она не выйдет, ребята. Не буду говорить. Из-за дебилов, может быть, и разработчики немножко виноваты. Из-за каких дебилов она не выйдет. Из-за каких дебилов многого, что они проиграют, ребят. Я считаю, разработчики и вот эти вот площадки, они не понимают ничего. Вот, может, я вот загуглил, сколько в моей стране живет население. Вы можете тоже взять в поисковике в любом. Гугле, в Яндексе, не важно. Я в Гугле просто. Я Гуглом больше пользуюсь, я в нем загуглил, так сказать. Сколько в России живет человек. И прикинул, блин, что из этой части большая часть 100% покупает игры в Стиме. Никаких пиратством они не пользуются. Можете вот загуглить, сколько в вашей стране населения. Вот. И посчитать, сколько игр, сколько разработчики, сколько эти площадки теряют бабок. Просто нафиг. Запрещая той или иной стране приобретать свои игры. Может быть, еще и страна такое дело делает. Фиг его знает, честно сказать, не могу. Но если это они сами так решили, то они просто дураки, честно говорю.
Да, экскаваторщик, точнее не экскаваторщик, это правильно называется, машинист экскаватора из меня, конечно, никудышный. Интересно, эта игра VR поддержит. Кто знает, ребята, пиши в комментариях, просто. Я сейчас очень, очень хорошую рабочую жилу нашел в плане работы. Так что я думаю, что скоро у меня будет и телефон крутой. На него, кстати, скоро будет обзор. Я так думаю, еще кое-что у меня скоро провернется. И еще кое-что. Так что телефон специально для работы выпадется, потому что я, наверное. А, кстати, рядом. Блин, дай бог этот ролик получился рядом с крестным пальчики. Вот, да. Это у нас первый самосвал еще будет так долго. Ну да, еще такая первая. Мы уже почти загрузились. Блин, хреново, что звук не записался, что приходится вот так вот. Вчера, блин. Целый час, ну не час, а весь ролик писал, блин. А он сразу не записался, знаете почему? Потому что, блин, он у меня находился в той же папке. Да и новый записывался. Видео по 30 минут, по 40 минут, блин. Но все-таки я не могу понять кое-что, ребята. Может, я настолько дебил. Короче, да. Наверное, я буду скоро накопаю и куплю этот самый, моя карточка поддержу, знаете, они тоже, по-моему, ССДшники называются, не ССДшники, как они называются, которые тоже типа ССД, но они в материнскую плату вставляются. Вот я такой хочу купить себе, ребят. Ну, я думаю, что 100... даже на сотки хватит. 128 мегабайт, я думаю, хватит вот так вот для системы, для операционной. Вот. Купить еще один ССДшник. И купить два ССДшника на терабайт. Можно три ССДшника на терабайт. Или лучше жесткие диски оставить, ребят. Пишите в комментариях. Ну вот, ну смотрите, какая лямка получилась. Я говорю в микрофон, думаю, что он включен. Но я не обратил внимания, что у меня было выключено фантомное питание у микрофона, ребят. Поэтому пишем вот так. Так что обязательно лайк поставьте. И напишите в комментариях, как вам такой ролик с озвучкой. Ну не знаю, по мне так лучше было бы записать с голосом целиком видео. А не вот такой фигня сейчас страдать. Ну ладно. Как получилось, так и получилось, ребят. Какая крутая эта игра. Все-таки я хотел бы, чтобы, блин, в ней мультиплеер был. Знаете, как круто было бы в нее поиграть с мультиплеером. Четвером, там, втроем. Хотя бы на четверых мультиплеер был бы. Ничего. Трое на самосвале. Один на экскаваторе. Все. Покопали, покопались в земельке, повозили. Ну, потом все пошли следить за промприборами. И все нафиг. Ну, то есть один встает на эту самую. Трое остаются на генератор, на этих. Один включает генератор и все. Я не просто один засыпал, пробуксов промылось, второй засыпал, третий засыпал. Я считаю, это очень было бы круто. Если бы вот так было бы. Да.
Было бы круто. Уже второй самосвал тем с тем временем, да? Я не знаю, просто что делать, так что она ближе к вечеру стремлает. Если бы не затроллил бы, я бы сегодня уже стрим бы уже запланировал. Ну, он будет, будет стрим, да, чуть попозже. Да. Прикольно смотреть свой собственный ролик. Которую ты записал. Все-таки думаю, это баг был в игре какой-то. Не, у меня в щеке больше тогда ребята прикольно, когда я в самом начале этого местности расставлял оборудование. Писалось, типа вы копаете, хотя ни хрена не копаем, блин. Я промприбор в сталкерах ногами тоже прикольно было. Блин, надо будет зубы купить. К нему. Эти-то есть у нас. Гидравлическая, а вот зубов нету. Так что надо будет зубов купить хотя бы 3 штучки. 3-4 штучки. Да, мы надо будем снимать топливный фильтр, то что в легкой доступности. И зубы. И шланги. А звезды не будем вынимать их очень долго. Опять звезды можно вынуть. Ну то есть на зимовку я имею в виду. Так что вот так, ребята, пишите в комментариях, продолжать эту игру или же нет. Последний останется самосвал у нас.
Че я туда поехал, вообще не могу понять. Ну, да с крыши уже будем копать. Рядышком вот это место основное, чтобы уширить ее, так сказать, площадь. Ну и все. Ну и все. А, так это еще только второй был. Ну, можно было бы втроем играть. Как бы около. Смотрите. Один бы самосвал и подгонял бы, а, допустим, второй бы с промприбором бы работал. Третий бы на этом работал. Ну, то есть он бы забирал бы пустой самосвал сюда. И вез бы его туда. Человек. Троем тут было бы круто, конечно. Троем можно было бы играть. Даже четвером. Ну или троем. Ну, или четвером, или троем плюс-минус, как было. То есть один на экскаваторе. Трое на самосвалах. И последний, четвертый за промприбором. Вот. Ты знаешь, какой это? Конвейер был бы. Нет, следующее прохождение на харде, когда у меня будет, то есть называться буду на Суровая Аляска 2.0. Может, Суровая Аляска у меня уже есть. Вот. Будет называться Суровая Аляска 2.0, наверное. Там мы когда перейдем вот на тот маленький участок, вот на этот, на обезжиточный участок, с маленьким просеивателем, я имею в виду. У нас уже к тому времени как раз будет генератор, помпочка вот эта с бочечкой. Вот. В принципе, точно, эта идея неплохая, кстати. О-о-о, какая мне идея в голову пришла. О-хо-хо. Парни. Короче, смотрите. Просеиватель. 8 планок пожизненно. А генератор. И бочку. Мы. Ну, возим на пожизненно. Тогда нам надо будет купить два распределителя. Таких шлангов побольше. Красненьких, вот. Ну, потом все увидеть, я не буду спойлерить, так сказать. О, уже пришла в голову прикольная идея. Как это все нам улучшить. Вот, и будем в тех местах копать. В самых отдаленных, так сказать, нашего места, где мы в тот раз копали. И я думаю, у нас будет вообще на изи просто раскопки. Там уже будет по боку, можно будет вот так вот окапывать. Будем, наверное, по много копать. Это моя ошибка была в действительности, сразу же с того места и копать. То есть генератор даже... Не, генератор мы купим, пусть он будет у нас. Тогда, в принципе, ну да, тогда мы так и сделаем, тот генератор переносусь там пусть стоит, а тот генератор, тогда можно будет две бочки купить. Посмотрим, ладно, разберемся рядом. Тогда действительно две бочки купим. Одна будет на постоянном питании. В водяном питании, я имею в виду, а второй будем привозить переносчики. Заправляться водой. Ну вот и все, и все. И вся проблема, ребята, наша. Потом выкупим эту водонапорную башню. Дай бог выкупить, нам удалось бы ее. Так что вот так вот, ребята, пишите все в комментариях,
таком такая идея. То есть мы покупаем много шлангов. И тоненьких один. Ну туда придется два покупать. А на этом шум один. Две бочки. Два генератора. Один большой, один маленький. Ну, можно два маленьких, кстати, потом дешевле будет. Да, два маленьких аккумулятора, о, генераторах переносных. Две бочки. Несколько проводов. Туда один. А туда придется покупать три. И все. И ведра. Ведер придется побольше покупать. Ведер придется побольше брать только. 5 штук купить. 5-6. И все. Нам это вот так вот хватит за глаза. 6 ведер купим тогда. Больше не будем ведер. 6 ведер купим тогда. Будет мой 6 ведер как раз. И наполняем. 50-80% целый там. Тогда можно, да. Тогда. Правда? Да, вообще круто, ребят. Такая немножко впустую подкашка, но надеюсь, все равно нам будет. Надо будет это продумать. Так что пишите это в комментариях, ребята. Да, это хорошая идея, реально пришла в голову. Ну, надо будет ее потом потихонечку воплощать. Да, ржавый сумас какой-то. Ну, это реально круто пришло в голову. Я думаю, на харде мы также сможем развиться, если будем придерживаться этой схемы. Да, для нас главное бочку вот эту цистерну пронести. Водонапорную башню. И за счет мотопомпы, которую мы тоже будем приобретать. Не электропомпу, а мотопомпу. Накачать ее. А пока она накачивается, уже будет. В принципе, эта идея неплохая. Потом потихонечку всю эту технику покупать. Вот золото покупать эту технику без кредита. Чтобы было. На том большом участке, я говорю, когда будем намывать золото уже, без всяких проблем. Вот. Как раз потом. Вот и все. Главное ее продержаться, ребят. Кредит все равно придется вначале игры взять, а потом будем стараться идти без кредита это все делать, ребят. Не спешить никуда. А потом купим облегченную сюда нам вещь. С первым вещь наша, конечно, будет купить эту большую цистерну. Тогда можно будет действительно. А кстати, точно. Когда промышленный станок мой будет больше, ну, маленький просеиватель будет, тогда можно будет в реальности. Это я чуть не подумал, ребят.
Будем тогда покупать. А как копить деньги? Покупать много этих проводов. Они, в принципе, надо будет посчитать, сколько нам их надо будет. С этими, с переходниками вот это. Я в том плане, ребята, что нам может так будет, смотрите, как мы основном эту бочку, мы ее сразу наполнять будем. Смотрите, да? И сразу же ее приобретаем, мотопомпа. Вот, мотопомпа, она в принципе ее очень быстро заполняет. То есть пока будем пользоваться этими, пока она заполняется, к примеру, мотопомпа. Мотопомпа выше хотя бы на там несколько, наполовину хотя бы, на четверть заполнится. Там можно будет продать эти генераторы, эти бочки все. Купить большие шланги и разветвитель. Два разветвителя, два больших шланга. И два больших шланга. Один разветвитель на промывочную бросим. Сферу с тоненькими шлангами. Я знаю, что много их, но чтобы у нас экономично это все было, там много я раз на, да, один вводим на самую, а ту, короче, выведем, а одну на ту выведем. Потом дизель-генератор подключим к этому просеивателю нашему. И будет вообще все просто пушечно брать. Вот такая схема нам нужна будет на наряд. А пока будем маленьким генератором пользоваться. Вот и все. Так что наш вот делать серия. А ты не извините, это второй третий сход уже был. Что-то я не заметил. Ну это ладно, ладно. А. Смотри, что-то не то. Ну, потом купим экскаватор. Вот эту всю промышленную систему. И у нас пойдет промывка вообще бодро и круто. Да, то есть нам уже будет проще все это забирать. Будем просто с того же места копать, вывозить, намывать и так далее. Так что в принципе в действительности это будет круто. Тем более в этой промо-системе ломается только пружина. Ну, я имею в виду из критичных вещей это сможет сломаться пружина у вибра-сита этого барабанного сита, только цепи, ролики. У насосов только вот эти вот насосы, 4 штуки, у 2 штук моторы, и все, по большому шну, и у того приемника может только лопнуть трос, все. И, кстати, трос не менялся вообще ни разу. Мы меняли с вами, по-моему, пружину, только один раз шланг. У этой много раз менялось за сезон, ну, это у... при... О, конвейерная лента, вот это не критично. А ребята, если сломается эта лента, это не критично будет. Эти ковши, это не критично. Это... Тарун, ничего страшного. Ты что ты? Ладно, здесь не буду, не сейчас. Вот. А эти не критично, ребят. Так что это, я считаю, вообще будет круто. Так что пишите все это в комментариях. Немножко по фильтр съехал. Вот так. Круто, круто. Тут мы решили проверить эту рабочую механику. Ну, 16% только вот. Вот это вообще реально в жизни, мне кажется, это очень опасно делать, что все сделал.
может она крутится, то могло бы у меня просто в реальности затянуть бы и все. Ну это, ребята, игра. Будем все настраться по все делать. Ну, то есть включая приборы, потом проверять все это дело. Ну и все. На этом у нас промывка закончена. Просыпьте, у нас кнопок нету этих. Смысла сейчас покупать нету. Я думаю, если я сейчас зайду в игру, у меня там уже будет написано, блин, 9 или 6 дней до зимы. Или 4 дня вообще до зимы должно было быть. Как вы помните в прошлой серии. Ну все, пошла промывка. Ну пошла промывка. Как вы думаете, сколько мы сейчас золотишко с вами намоем? Пишите это все в комментариях. Блин, как это я так лопухнулся со звуком, а? Сейчас бы ничего не пришлось бы записывать, сейчас бы можно было бы стрим бы сделать. Или же ролик опять очередной по золотой лихорадке записать. Продолжение будет ряд только от вас зависеть. То есть, если вы захотите продолжение, пишите это все в комментариях. Ну, у нас почти 60%. Это три экскаватора. Ой, три самосвала. Почти 50%, почти 60%. Надо было еще один, хотя бы четвертый самосвал загнать. 5 самосвалов надо было сделать в действительности. Тогда бы и ролик для меня был. Там еще места сколько для них было. Так что можно было бы идти так вот в шахматном порядке, если 4 поставить с проплешинками. Промыть их. Потом следующие. В два аппарата их в так в шахматном порядке поставить. Очень говорю, ребята, в следующей серии мы так и затестим это этот способ. Нам главное уже поскритывать сейчас. А то мы там взяли кредит, чтобы сюда уехать. Ну, здесь у нас, как видите, золото есть немало. В принципе, 20 тысяч уже есть. Самое хреновое, что у нас техника будет ломаться сейчас. Так бы пофиг было бы на этот кредит. Потому что мы бы намывали много золота. Помного. Ну, сейчас посмотрим, кстати, если щели посмотрим, сколько шпишут. Потому что если мало спишут, так это вообще шикардос. Так что, ребята, пишите в комментариях, как вам ролик данный. В данном ролике, как вы знаете, мы набиваем золото. Как вы думаете, сколько у нас будет золота сейчас? Стрим будет интереснее. И вам, и мне. Мне, по крайней мере, будет интересно не 20 минут в эту игру поиграть, а целый час в прямом эфире понамывать побольше золота. Вот я что, маленький ролик записал, и все. Маленький, почти в час, считайте, ролики выходят.
Тут были почти в час ролики, если вы помните. Надеюсь, записывается это все дело. Ну, потому что, блин, крутяно. Да. Придется этой работой нового телефона покупать. Как я, хоть я к тому и привык к своему смартфону, Samsung. G4 нам придется более мощный покупать. Да. Ну ладно. Зато будет крутой телефон. Обзорчик вы на него потом увидите на канале, ребята. Ладно, и в канале, естественно. Если так вранести прыгать с таких вещей, то тут можно, блин, ноги переломать. Но это все-таки игра. С предметом в руках. Ну да, была бы сейчас вторая такая, то было бы можно было действительно на вторую плюс покупать нам, ребят, сами. Чтобы у нас было все проще. Угу. Ну ладно, приобрету потом Windows 10 себе. Устанавливать пока не буду на компьютер. Пару стримов сделаю по интернет-кафе. А потом установлю новую самую. Потому что, блин, интернет-кафе почему-то оно не поможет не сохранить. Ну, но поможет не сохраняется, но не сохраняется особо совсем. Ну да. Так что вот так вот, ребята. Блин, грустно, так что так. Как этот, как Король и Шут. Есть у него песня классная. MTV. Советую посмотреть. Посмотреть, говорю, послушай эту песню. Очень интересно у него песня. У этой группы. Да, у них много песен интересных, ребят. Я в последнее время что-то на нем сижу. На кише, так сказать. Киш-миш. Кыш-мыш. Господи, эти коты задичали опять, что ли? Я же вздрогнул тут от неожиданности. Ну и все. Ну да, не зря мы это перенесли все отсюда туда. Поудобнее стало нам намывать. Я не знаю, почему многие эту игру перестали играть. Ее уже можно много раз проходить. Может, следующий сезон сделать, ребята, на легком режиме. После харда посмотреть, как легкий режим будет. Как вам такая идея? Запишите в комментариях. Все три режима. Во все три режима поиграть. Хард, легкий и очень легкий. Пишите в комментариях, как вам такая идея, ребят.
В каком режиме быстрее развиться, узнаем заодно. Пишите в комментариях. Там будет очень легкая ляска. Мягкая ляска, можно же. Тут не суровая ляска. Там будет мягкая ляска. Так что пишите в комментах, как вам такое. Блин, надо было пикап разгрузить, в него все закинакать. И, блин, возить, перевезти все сразу, я что-то не подумал об этом. Так что, блин, ребят, когда зима пройдет, да? Кто знает, пишите в комментариях. Кто хочет зиму? Просто надо понять, в какую сторону добавляется отопление. Сюда, по-моему. Там на батарею шпарит. Ну, здесь как раз самое то, видите, как удобно, и этому не мешаем, блин. Там не мешается оно. Ну, это потому, что у нас тут очень много. Даже так. На волосы, а те высыпать. Они как раз по 50 давали бы. Это была ошибка. Вот так вот раз никогда не делать. В этой игре. Было 19 с хвостиком. Ну да, потом мы здесь попробуем на еще один самосвал. Бля, да вас спалить-то здорово жестко. Не держится нифига она почему-то. Так что вот так вот, ребята. Ну, пишите в комментариях, ставьте лайки. Не забывайте, все зависит только от вашего мнения. Сейчас только отойду.
Ну, не сейчас, еще позже. А, значит, сейчас. Сейчас только отойду. Вернулся обратно. Ну, правильно, чтобы техника, она же воду это потребляет, когда включена. Чтобы воду не потреблял. Ну все, в принципе, ребята, мы намыли 64 унции золота. Это очень круто, я считаю. Если мы еще, наверное, ну, в принципе, что у нас в этой серии, которая будет, наша задача будет проверить всю технику, все вот эти присоски. Так что вот, ребята. Начнем мы следующую серию с проверки нашего оборудования. И будем всю ночь гнать золото. Так что, ребята, спасибо за просмотр, за ваши оценки, лайки, дизлайки. Всем удачи, до новых встреч, всем пока.